Вот сегодня 22 июня, сейчас срочно мне позвали, батюшка позвонил, что-то заснять надо. Стоит техника. Вот коровки в загоне. От частых дождей тут все в говне. Заехал. Вон, Рема сидит за рулем. Лена тут сама подсоединяет цепь в говне. Вот. Вот это яма. А что он там вычищал, что ли? Ну вон вычищает все, а выехать там не может. Такие, когда Лена прицепляет, отцепляет хорошо. Сколько добра пропадает? Ну не пропадает, конечно. В городе это так все деньги стоят большие. А там, наверное, каждый год убирал, яма образовалась большая, да? Яма образовалась, в этом году воды много. Налилось. Дожди-то, что были, были бы дожди. Места-то какая была. Вот так вот. Ему надо кун накидывать. Кун накидывать надо, он немножко не достает. Полный кучку, кун такой. А у него потом есть чем отмывать трактор? Водой чем? Нет, у него уже этот был, керхер. Да, есть, да. Ну вот так вот. Сколько, Елена Анатольевна, у вас добра-то? Вот оно, золото лежит. Запах такой, сразу видно, что фирменный. Нет, он даже уже не достает.
такой опрокидывающий момент у него. Опасно. А там надо, чтобы кто-то кун ему закидывал, так он уже не достает почти. А если бы просто вот кинул ножи, чтобы он пошел сначала, то там уже не сделал. Вот здесь тыква посажена. Это Ерема, сын Ивоны, младший. Веревочки там. Я свою глупость сделал. Хоть велосипед меня не раздавили. Почерпнул, видимо. Хорошо, полный ковшик.
Сейчас хорошо взял. Интересно, бать. Интересно, говорю. Интересно? Да, да. Ну так, слава богу. Вот все.